Очень раннее утро, мы едем на реку Коксу в очередной раз. Мы на реке Коксу, наш там. Нормальные люди спят, время 6 часов утра, а мы шарохаемся, только-только рассвет начался. Туманище! Туман. Приехали отдохнуть, а тут вот такая красота. Подъехали почти на место, а тут решили немножко остановиться раньше. И тут вот такой каменный диск с такими интересными отверстиями. Вот такими. И что-то вот тут нацарапано. Но самое интересное стоит вон там, вдалеке, вон там. Пустая бутылка, видимо, из-под водки. Видимо, были охотники. Художественно так стоит. Вот она. Красивая такая бутылочка. И под бутылкой надпись «Сирикбай» или «Сирикбай». Вот. Здесь, видимо, часто и много отдыхают. И тут вот такие современные петроглифы нацарапаны на камнях. Вот у сольцев 57-74. Видимо, в 74 году здесь был. Вот еще попалась надпись «Текель, 99-й год, Вася». И мы приехали на место. И, конечно же, вот такая красивая река Коксу с плывущей пеной. Красота! Вот река Коксу, где-то опять непонятно где, название не знаю. Погоду нам Казгидромет обещал плюс 14-15, солнечно, в 9 часов, но что-то уже 9, и солнышко вообще не видно, ни ветра, ни солнца. Солнышко все-таки вышло, мы приехали на место, остановились ниже порогов, а тут заводь, и по заводе идет пена. Василий Иванович мастерит крючки. Василий Иванович. Расскажите, как вы приехали на рыбалку? На нервах. На нервах? Почему? Как в такую погоду ездить на рыбалку? Ну, сейчас же хорошая погода. Была-то не хорошая. Мы приехали, был туман. А сейчас такая вот молоденькая травка, а на ней роса. Прям блестит все. Вон как красиво. Пока супруг ловит рыбу, я решила все-таки поискать петроглифы. И вот я нашла вот такие, ну, вроде как старые петроглифы. Судя по виду. Вот такое что-то у нас тут нарисовано. Такое. Их немного, но они есть. Козел какой-то нарисован. Вот. Вот эти точно старые. Их видно, что это старые. Прям козлы какие-то. Красивые архары, видимо. Ну, тут по видео, помимо старых петроглифов, еще люди подписывали свои автографы, оставляли.
Вот какой-то Сорокин Юра тут испортил целое стадо козлов красивых. Древние рисунки вдоль реки встречаются очень часто. Просто не все обращают внимание. Вот еще маленький козленок, еще кто-то тут нарисован, выбит. Он такой. Вообще я набрела довольно-таки на интересное место. Вот человек. Два, видимо, тут. Два человека выбитых. Что здесь много рисунков. Вот на этом камне выбиты прям много-много-много всяких козликов. Прям целый табун. Видимо, человек, олень. Довольно-таки интересно. Вот люди какие-то. Сколько древних тайн, сколько древних рисунков хранят берега и скалы реки Каксун. Красота. Увидела вот еще вот такие рисунки. Вот два человека, сверху какое-то животное, то ли лиса, то ли собака. Очень интересно разглядывать такие камни. Мне всегда было интересно, о чем думает человек, о чем думал человек, древний человек, когда вот это все рисовал, выбивал. Ну вот, а современные люди только портят такие древние, интересные рисунки. Ну а это уже современность. Это же надо было столько времени сидеть и выбивать. Вот такой щит, мечи. Вот какой-то, видимо, Гамзат и Павел этим занимались. Выбивали художники прям. Далеко лететь. Решила прогуляться вдоль берега, по скалам, вдоль порогов. И нашла еще вот такие тоже современные рисунки. Древних не нашла, но современные рисунки тут вот на каждом камне, на каждой скале. Очень много всего. Надя, 71 год, 46, 59, 79, видимо, дата рождения. Н и Т Гришины. Вся скала исписана. Слава Прокопенко Мария, Валя и многие-многие другие. Гришины, Наташа и Толя. Сорокины, Коля, Марина, Валя.
Паша, Оля, боже мой. Красиво, Текели. Вот еще надпись. ТАВ, Текели, 99-й год, Вася. Что-то на, видимо, на арабском. Еремеевы, 71-й год. Ну, прям художники, однако, были здесь. Здесь написано Масленников В.Л. или В.А. Вова Черемнов, 72-й год. Алена Нурлан Карабей, дальше не видно. Паша Риван Коля, 83-й год, 10-й месяц. Даригара, Бегажан, Сая, Дания, Лязат, Тулпар, Тулнар. Ну и еще там слово. Алма-Ата, 2009 год, Оля, Женя. Вот такие углубления, ровные, гладкие, встречаются здесь очень часто и много. Что это такое? Пока я разглядывала всякие углубления и древние рисунки, прилетела вот такая птичка на противоположную сторону реки. Она такая интересная, сама черная, а грудка прям серебристая, и солнышко отсвечивает. И она прям аж блестит. И не боится воды, очень близко подлетает. То ли гнездо у нее там. Непонятно. А вот прямо рядом с лагерем, с нашей стоянкой, вот такая надпись на скале. Фая Донбасс, 2011 год. Интересно, живая она. Пока я ходила-бродила, Василий наловил рыбку. Несколько штук, штук 5 или 6 поймали. Ну и я рядом присоседилась с удочкой. Середина ноября, а пчелы еще не спят. Наловив рыбу, мы поехали домой.